Добрый день! Представляю вам мужской рюкзак французского бренда Tendance. Модель сделана из искусственной кожи, прочного современного эко-материала. Он долго служит и прост в уходе. Материал прорезинен по технологии Gamato, что делает его устойчивым к влаге. Рюкзак дополнен деталями из плотной ткани. Сетчатый текстиль на спинке хорошо пропускает воздух. Ваша кожа будет дышать и меньше потеть, даже если вы носите рюкзак за спиной весь день. Внутри два вместительных отделения. В рюкзак уместятся ноутбук, зарядное устройство, а также комплект одежды. Плоские внутренние карманы подойдут для хранения документов, уходовых средств и других важных мелочей. Текстильная подкладка мягкая и приятная на ощупь. Она прослужит вам долго. В многочисленные внешние карманы на молниях можно положить наушники, ключи, влажные салфетки и медикаменты. Боковые карманы дополнены вставками из сетчатого текстиля на резинках. Даже при расстегнутых молниях ваши вещи не выпадут. Рюкзак закрывается на двусторонние молнии. Длинные пуллеры позволят легко открыть изделие, даже если у вас заняты руки. Молнии дополнены прорезиненным материалом, который убережет их от повреждений. На спинке есть две широкие лямки. Они мягкие и приятные на ощупь. Вашим плечам будет комфортно даже при большом количестве вещей в рюкзаке. Сетчатый текстиль обеспечит вашей коже отличное дыхание. Пластиковая застежка позволит скрепить лямки на корпусе, чтобы они не соскальзывали с плеч. На них находятся пластиковые крепежи, на которые вы можете повесить необходимые вещи. Длина лямок регулируется, рюкзак подойдет людям разной комплекции и роста. Сверху на модели есть объемная ручка. С ней изделие можно носить в одной руке, как сумку. Небольшая текстильная ручка позволит повесить изделие на крючок. На спинке также находится объемная ручка для чемодана. Сочетайте этот рюкзак в стиле casual с джинсами вашей любимой формы, футболкой и кроссовками. Его также можно носить со спортивными костюмами. Модель представлена в черном и темно-синем цветах. Наслаждайтесь качеством с вашим новым рюкзаком Tendance.